В России продолжаются зачистки коррупционеров. Проходят массовые обыски в управлении Минобороны государства. Так под суд пойдут генерал-майор Вячеслав Лабусько и начальник управления военных представительств Минобороны РФ. За взятки оборотни закрывали глаза на недостатки при приемке продукции, произведенной в рамках гособоронзаказа. В итоге в Минобороны попадала продукция, которая непригодна для использования, что в рамках проведения СВО может стоить служащим жизни. В Ставрополе под суд пойдет экс-замминистра имущественных отношений. Чиновница совместно с руководителем коммерческой организации похитила более 1 000 000 рублей бюджетных средств, завышая цены контрактов по приобретению товаров для нужд Ставропольского края. Уголовное дело возбуждено по 2 статьям – о мошенничестве в особо крупном размере и о превышении должностных полномочий. Не смог удержаться от легких денег и экс-сенатор Новосибирска Владимир Лаптев. В благодарность за свои незаконные услуги Лаптев получил от своего коллеги заработную банковскую карту, на которую за год поступило около 1 000 000 рублей. Также Владимиру Лаптеву дополнительно предъявили обвинения в даче взятки и 2 эпизодах мошенничеств. 60-летний экс-сенатор Лаптев давно в политике. И теперь следствие будет выяснять, сколько полезного он сделал за это время. Редакция «Момента истины» продолжает борьбу с коррупцией. Если вы столкнулись с судебным произволом или другими фактами, то свяжитесь с нашей редакцией по указанным контактам.